порядке. Введение внешнего управления. Смена аэропорта. Проект бюджета на будущий год и ближайшие... После парламентских выборов начались протесты. Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграме пообещал, что в Грозном появится улица и зал бокса имени Мохаммеда Али. Проспект Кирова отныне будет носить имя Мохаммеда Али. Because if that prayer reached the right man, not only will George Foreman fall, but mountains will fall. Muhammad Ali, it's done! How terrible. I'm scared for my life. How it is. Trump has got everybody scared. Scared of what? Utah is alive right now. Reach the right man, not only will George Foreman fall, but mountains will fall.